Pellegrini, Pollecarne, Berardi, Dolini, Xhaka, gol! Ale sta pagando! Vai Cicic, podia lá, bravo! Locatelli, Smelan! Back into De Frel, switching back onto his left. And it's into the back of the net early on here. It's Manuel Locatelli. В цей момент у господарів поля Сосуоло, який рахується фаворитом даної зустрічі. Сосуоло забив пенальті, мені здається, що комфортніше, бо гораздо комфортніше чувствовало би себе команда. Барелла, Барелла, є Локателлі, але скоро! Клар, крещення норм. Ай, Барелла, Лаціо. Мерсі стає самого. Туди ж так і фізив прямий шок, де пропереса. Lançada longa para o segundo posto na decisão, a insistência e o remate acaba. Good challenge from Locatelli as he comes away. He's not under pressure at the moment. Looks for his him to be back in the goal. Sassuolo 1, Genoa 0. Которые возвращаются к своим воротам. Броски блокируют. Какой удар! Локателли! В целом очень прилично справлялся со своими обязанностями. Китарелахи, это Мэй. Сау, и какой попкоп. Вот и ошибка Литвы в обороне. Итальянцы могут забивать. Удар! Марлон. Clever flick from Raspadori. Gets the return from Locatelli. Antes do intervalo estamos cada vez mais perto de escutar os 45. Качил, Берарди, тот ошибся. Pá, de medalha, пробиться. Vai alternando a maior profundidade com Darida e tem estado muito bem, muito. Berardi, Locatelli, tried to be unselfish, Locatelli! He wanted to provide a hat-trick goal for Caputo. Первом тайме. Опорная зона, 73-й номер Мануэль Локателли и... Мяч пробрасывает Доменико Берарди, правда, на сей раз Сали Майк. Ну и состав Сосуоло, учитывая те замены, которые произошли в перерыве. Подобрал мяч Траорен. Мягкая подача Локателли. Долго подача аппарата. Locatelli from the penalty spot gives Sassuolo, sending the keeper the wrong way from Locatelli. Locatelli to give Sassuolo the lead, which he does. Locatelli dispatched it. Dan Dirks. Ох, как помыляется Dan Dirks. Ровеллу выпустить при необходимости. Это Заяц пытался по центру пробиться. Портьелло, Фройлер. Лискованно играет Фройлер. Рука Локателли, штрафной удар. Феррари. И Ровелло на перехвате. Здесь, как показалось, был нарушение правил, но нет. Да нет, ну так обыгрывается. В центре поля у Дженова сегодня отсутствует Кевин Стропман. И его нет даже среди запасных. Локателли вырывается в штрафную. Разворачивается красиво. Красиво, очень красиво. Это нарушение. Торьян, Локателли. Фалят. Ну по качеству паса практически равенство. Сегодня чуть лучше у Лацио дело обстоит. Now that's a very good ball, sir. Locatelli. Перевод на Дефрель. Сейчас находится вот в таком состоянии, когда судью практически незаметно. Это всегда считается положительной оценкой. Итальян. Один хороший шанс у итальянцев был. Здесь отменная игра. Сейчас только развернулся, уже все. И защитник спасается, Соло. А здесь тоже... Старания Манджукича тут будут не лишними. Son côté gauche qui déclenche les occasions. Решил отдать назад, чтобы Локателли, Маньянелли к атаке тоже пригласить. He opened up again.
Ball get back for Locatelli with a smart stop. Italy, and now Obiang to curl it.